Всем привет! Вы на канале Тимер, и сегодня будут секреты Скибиди Тула 67, часть 3. Вот так. Давайте мы сейчас будем уже начинать. А с вас, естественно, лайк и подписчиков. Кстати, спасибо вам за 600 подписчиков. Меня очень рад. Спасибо всем. Надеюсь, мы скоро наберем 1000. Очень хочу. 1000 подписчиков. Пожалуйста, наберите меня, пожалуйста. 1000 подписчиков. Ладно, давайте начинать. Погнали. Ну вот, естественно, первый вообще особо не секрет, то, что у нас появился, естественно, наш родненький Синемамен. Погнали дальше. А вот что мы видим. Помните, все говорили, то, что он улетел, а Фанбум подтверждал, то, что там какие-то пиксели были, и он не улетел. Да, оказалось, это правда. Все это время спикермен Титан лежал в оглушении. Он подбежал к камерамен Титану и начал защищать его. Ну, а, естественно, наш Джимен, он потом улетел. И мы как бы понимаем то, что он настоящий. Это 100% наш Джимен. Видите, как мы можем видеть, то есть у Джимена здесь фейк, челик. И у Скибиди ученого там сам настоящий, наш легенда Скибиди ученый. Внутри этого большого. И уничтожены они реально прям одинаково вообще. Как бы вот так все это у нас... Вот это на... Как бы они, кстати, охраняли базу Скибиди Туалет, потому что туалет стоит. А Каца, кстати, такая же, как и в 66-й серии. Это тоже факт. Нали дальше. Теперь давайте поговорим про улучшение Синемамена. У него, как и предполагал Ромхов, появилось два телека по бокам. Один телек на поясе, у него есть еще два выдвигающихся телеков. Есть еще меч. Кстати, предположил этот меч, и это как бы оказалось правдой. Один из фанатов Скибиди Туалетов, он сделал такого крутого Синемамена. Мы все надеялись, что он будет так и выглядеть. Меч все-таки остался. Ну и, естественно, ультрасильное ядро. Таких я... Такого сильного ядра я еще никогда не видел. Ну, давайте перейдем к следующему факту. Ну, или секрет. Во-первых, 67-й эпизод все еще не закончился. Как бы вышел из серии, но я хочу рассказать про вот эту всю историю, что именно происходило. Ну, первое, то, что стримеру Just Cozy написал Da Fuck Boom, то, что 67-я серия еще не закончилась. Здесь, да, наверное, это цифра 2, но как бы мы уже знаем то, что такого большого Скибиди ученого он никогда не был живым. То есть это все это время им управлял Скибиди ученый, это просто робот, ну типа бот, да. Поэтому я-то думал, что ж будет. Все, мы Скибиди ученого теперь точно не увидим вот этого большого. Больше мы его не увидим, похоже. Еще здесь я изначально думал, то, что это Da Fuck или Большой ТВ-мен. Почему Большой ТВ-мен, сейчас расскажу. Но как бы это оказалось просто обычный ТВ. Да, я уже все проверил. Вот, это появилось пару дней назад до выхода данной части. Мы здесь видим Большого ТВ-мена. Это реально было похоже на Большого ТВ-мена. Вы понимаете? Но, к сожалению, все это не так. Это все сбылось. Четвертая часть из Рил. Это подтвердил сам Da Fuck Boom. Это нам показал, кстати, Фанбум. Но после этого Армхоф нам отвечает. И говорит то, что четвертой части не будет. Потому что, ну, во-первых, серия это закончилась логично. То есть... Нормальный конец серии, я тоже думал уже, то, что не будет, я, если честно, был за Армхола. Но, к сожалению, все привернулось наоборот.
Потом Фанлун говорит то, что еще утром Just Cozy, тот самый стример, это выпустил видео, как ему написал сам Дафакбум на стриме. Но потом Армхов говорит то, что как бы, ну, там 50, или Фанбум сказал, то есть там 50 на 50. Потому что мы не можем реально предсказать, выйдет ли она или нет. А вот фотка от Элит Камерамена. То есть здесь ему написали в личные сообщения в Дискорде, то, что 67-я серия там типа еще не закончилась. Это казалось реальной правдой. Но потом, там через день или два, происходит это. Скорочное включение. Дафук мне написал лично, что четвертая часть будет. Сам это сказал Армхов. Как говорит Халибам, Армхал, которому написал Дафакбум. Да. Жестко. Но уже пора заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Темер. Всем пока-пока. Кстати, если ты хочешь узнать больше информации о моем YouTube-канале, о Skibidi Toolet, о Toolet Fight и Toolet War, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Здесь очень много всего интересного. Телеграм-канал называется Темер. Жду вас всех там. Не буду задерживать. Всем пока-пока.